Внимание к чистоте окружающей среды в Заполярье становится все более пристальным. Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура провела обследование ряда земельных участков лесного фонда, отданных в аренду предпринимателям для организации рекреационной деятельности, то есть отдыха и досуга. Проверяющие столкнулись с рядом нарушений. Прежде всего, это складирование на территориях строительного и бытового мусора и отходов. С пожарной безопасностью на таких объектах тоже было не все гладко. К тому же некоторые предприниматели построили на участках сооружения, запрещенные для возведения в лесном фонде. Это шлагбаумы, заборы, колодцы, тротуарные дорожки из бетонных плит. Также приняты меры реагирования по представлениям прокурора лесопользователя. Обязаны будут устранить данные нарушения, убрать объекты, которые не предусмотрены к возведению. Кроме того, прокуратура осуществляет на постоянной основе анализ проектной документации, на основании которой лесопользователь осуществляет деятельность на лесном участке, также на ее соответствие законодательству об охране лесов.